Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. Украина снова готовится отразить российскую агрессию. В своем интервью изданию «Обозреватель» эксперт по вопросам безопасности и ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что Россия готовит военную операцию против Киева. Бывший военачальник делает такие выводы, исходя из информации о нахождении вблизи украинских границ мощных российских формирований. Богдан считает, что речь идет о группировке не менее чем в 200 тысяч человек. Кроме того, генерал-лейтенант призвал усилить ВСУ путем возобновления тотального призыва на срочную службу. Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины уже заявлял, что московские милитаристы готовят вторжение сразу по трем направлениям. На этом пока все. Следите за свежими новостями на нашем сайте военноедело.com.